Парни, всем привет! Сегодня у нас наконец-то будет гонка. Этих двух тачек получилось мне все-таки договориться с владельцами. Обоим им интересно, кто будет победителем. Что мы имеем? У нас Приора 2. В обычной, в принципе, комплектации с кондиционером. Ну, самое главное, на мотор. Мотор здесь 127. Мощность составляет 106 лошадиных сил. Здесь Lada Granta Sport. 114 лошадиных сил, мотор 1.6, ну этот заводской на валах. Обе тачки стоковые. На обоих тачках пробег одинаков. 15 плюс-минус там на одной 16 тысяч километров. То есть, понимаете, тачки стоковые. Никак там, ни на кой нет чипа. На всех одинаковые коллектора, то есть стандарт. Какие плюсы у каждой тачки? Например, у Приоры слабее, но у нее 14 колеса. Завод. Здесь мощность больше, но она под Евро 5, задушена под 114 сил, и у нее 16 диски. Ребят, ставки я не знаю. Я повторюсь, буду болеть за слабую тачку, понимаете, у которой слабее мощность. В этом и весь кайф. А теперь мы посмотрим сами заезды. Два, три. Beep.
расскажи. Ну, сейчас вот на четвертый, да, ну... Раз, два, три. Ну вот, как вы видели, подошел к концу наш этот заезд. Не раз мы заезжали, я пробовал и на Приоре, и на Гранте. Короче, когда на Приоре, ну, постоянно, короче, сливал, когда сел на Гранту, то ли я тронулся не так, владелец один раз с места там до 100 даже чуть-чуть уезжал. Но все равно Гранта за счет своей мощности, хоть там и не особая мощность, ну, порядка там 8-7 лошадиных сил, если в отличие от этих моторов, но она уезжает. Вот и все. То есть понятно то, что спорт не просто так пишет. Это небольшой бонус в том, что вы на светофорных гонках будете побеждать. Если уже Приора будет обычно 98 сил, то там без обид, ребят, я ничего не говорю. Огромное спасибо, хочу сказать владельцам, пацаны, спасибо, что дали тачки на тест, на то, что мы стартанули на них. Потому что большинство говорят то, что я эту натяну. Кого натягивать, непонятно. А когда вот дело подошло к заезду, все, всех очко там задребезжало, у кого почки заболели, у кого тосол потек, антифриз, непонятно, короче, видите, вот в этом все и стоит. Пацаны не испугались проиграть один либо другой. Я думаю, всем понравилось, мы нормально провели время, вам понравилось само видео, так что, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!